Вот, друзья, выехали с матушкой в лес подышать. Все, она устала сидеть дома. Я тоже маленечко устал. И выехали, чтобы вашу рекомендацию выполнить. Набрать сосновых иголок и заварить их в чае и пить. Сейчас наберем. В том числе некоторые предлагают пить почки сосновые. Но я скажу так, это, конечно, рекомендация митрополита Серафима Чичагова. Почки вот такие потреблять и их собирать. Но собирать их нужно весной. Вот сейчас в этих почках они все настраиваются на зиму. Ничего особенного нет. Им главное не вымерзнуть. Это не почки, кстати, это будущие ростки. Они пойдут, и вот в них весной будет очень много вещества. А сейчас действительно вещества должны быть в хвое, так как она тоже готовится к зиме. Она меняет свой состав, она добавляет внутрь себя кварцетина для того, чтобы хватило ей на всю зиму этих защитных веществ. Добавляет эфирные масла, чтобы не промерзнуть. Меняет вот этот состав водяной на масляный. И поэтому я согласен, что вот хвоя будет сейчас наиболее полезной. А почечки мы весной соберем. Так что спасибо вам за рекомендацию. Мачка где-то там гуляет. Приехали на своем самокатике. Оказалось достаточно удобно вместе встать и потихонечку проехаться. Ходить пока даже немножечко тяжеловато. Матушке слабость. У меня уже не очень. У меня вот простуженность в горле, а так слабости-то особо не чувствую. Но все-таки ваши рекомендации сейчас выполним. Спасибо всем. Здоровья.